Когда вы будете смотреть это видео, я уже буду находиться в отпуске, и я очень стараюсь сейчас себя сдерживать и как дурочка не улыбаться, потому что я в безумном предвкушении предстоящего мне отпуска, я его уже с огромным нетерпением жду, но сейчас не об этом и не о том, как я буду отдыхать, а о том, какую косметику я беру с собой. И все, что я беру с собой, я смело могу назвать своими фаворитами, потому что сейчас еще июль идет, а я с набором этой косметики буду до сентября. Поэтому достаточно длительное время, уже лето к тому времени закончится. И я отобрала из своей коллекции все самое актуальное, все самое нужное для себя. И поместила вот в такой вот небольшой чемоданчик. Сейчас при слове небольшой, наверное, половина из вас потеряла сознание, но на самом деле приходите в себя, потому что здесь не только декоративная косметика, и на самом деле такого плана чемоданчики можно использовать как угодно, то есть можно туда только декоративную косметику сложить, если вы совсем фанат там и хотите иметь абсолютно все, что только можно придумать. Можно использовать и для ухода, и для декоративной косметики. Можно использовать и для любых других продуктов, там, я не знаю, гели для душа, шампуни туда положить. То есть абсолютно все, что вам может понадобиться в поездке, очень классно умещается вот в такой вот чемодан. Я его когда-то очень много лет назад случайно, по-моему, купила на eBay. Ну, не то чтобы случайно купила, он мне случайно попался, и я решила заказать, и с того времени я постоянно его использую, если я куда-то еду, будь то поездка на долгое время, как сейчас, или на короткое время, но все равно я нахожу назначение всем отсекам, он очень классно продуман, он идет вот с такими двумя самыми главными отсеками, и в каждом отсеке есть прозрачные такие как бы вставки вот такого вот характера, то в одном отсеке их две, и во втором отсеке там большая такая косметичка, я сюда поместила уход и также некоторые средства для лица. И после того, как эти три косметички вы достаете, у вас все равно остается очень много интересного в сумке. То есть, с одной стороны, здесь вот такой отсек, здесь можно и кисти разместить, и также есть дополнительный кармашек. С другой стороны, тоже два кармашка, они никак не застегиваются, но, тем не менее, что-то там можно разместить. И еще есть один внешний кармашек, вот он здесь. Очень классная косметичка, и стоила она, по-моему, если я не ошибаюсь, до 20 долларов, то ли 16, то ли 17 долларов. Короче, я нисколько не жалею, что я ее купила, потому что очень удобно ей сейчас пользоваться. Если я ее найду на eBay, я вам постараюсь оставить на нее ссылку. А теперь самое время вам показать, что я, собственно, беру с собой. Но перед тем, как мы с вами приступим к просмотру содержимого, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда вас будет оповещать о выходе моих новых видео. А если вы уже и подписаны, и на колокольчик нажали, то вам от меня огромный лайк и спасибо, и давайте переходить к просмотру содержимого. Я предлагаю начать с большой косметички, здесь в основном продукты для лица, уходовые и декоративные. Что касается ухода, то я взяла всю артиллерию свою, у меня на эти средства есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Также я у себя нашла мини-версию скраба, SPF 50, конечно же, беру с собой, и масло для губ. Это можно тоже отнести к уходовой, наверное, косметике, спрей для лица и мини-версия масла для снятия макияжа. На вот эту штуку я тоже сделала отдельное видео, вы скоро его увидите, это просто офигенный праймер для лица. В качестве тональной основы я возьму три варианта. Первый Giorgio Armani Luminous Silk, потому что она самая такая универсальная, легкое покрытие, при этом кожа очень красиво выглядит. Estee Lauder для тех случаев, когда поеду, например, на экскурсию, мне надо будет, чтобы была суперстойкость. И Avon мне просто нравится на повседневный вариант, потому что она очень незаметно выглядит на лице. Теперь давайте посмотрим на косметичку поменьше. У меня здесь все подряд просто. Для бровей беру свой любимый карандаш от Colourpop, оттенок Dope Taupe, и гель для бровей от Gauche. Консилер беру всего один, это Tarte Shape Tape, замечательный консилер на все случаи жизни. Здесь все средства для глаз, это жидкие тени Armani Eye Tint, потом Stila, жидкая слюда, карандаш коричневый для глаз и жидкая подводка от Faberlic черная и коричневая. Я беру тоже два варианта туши, L'Oreal Voluminous Lash Paradise, это водостойкая тушь, и Glam B тушь просто на каждый день, очень классно она добавляет объем. Тоже скоро будет видео об этом бренде, обязательно посмотрите его.
В отпуске или нет, а уход за бровями все равно остается, поэтому, конечно же, щипчики беру для бровей и на всякий случай клей для ресниц, если вдруг понадобится. Здесь вы сейчас видите все мои варианты для губ. Я в основном взяла, конечно же, свой любимый нюд, это розово-персиковая гамма, но тоже взяла несколько ярких акцентов, например, как NES Cosmetics. Это достаточно выразительная помада коралловая. И тоже многие на мне хвалили кирпичную помаду от ColourPop, которая совместно с Sony Eastman была выпущена. Посмотрите это видео, там она на мне как раз. Я ее тоже решила взять. Последняя косметичка, тут всего несколько продуктов для лица у меня осталось. Среди них я возьму две рассыпчатые пудры от Faberlic и KM Cosmetics. От Faberlic это будет просто для закрепления макияжа. Очень понравилась мне эта пудра, незаметно выглядит. И от KM Cosmetics это тонирующая пудра для лица с SPF. Также я решила взять от Gauche контурирующий диск, потому что здесь есть все, что мне нужно. И тоже от NES Cosmetics возьму скульптурирующую пудру. Румяна и хайлайтер я взяла от ColourPop, опять-таки это та же коллекция Sony Eastman. Обожаю просто этот хайлайтер, он вообще не подчеркивает текстуру кожи и при этом очень красиво подсвечивает. Конечно же, база под тени от Maybelline Color Tattoo. В качестве теней беру палетку Morphe и Jaclyn Hill, потому что я не знаю, что можно еще взять, чтобы было такое разнообразие теней. Я абсолютно любой макияж могу выполнить с этой палеткой, что бы я себе не придумала. Единственное, чего мне не хватает в этой палетке, это светлых матовых теней, вот как первые три в верхнем ряду. Вот именно из-за этого взяла тени ColourPop, ну и чтобы уже полупустую палетку не вести, доложила туда еще до 10 оттенков, которые тоже могут мне понадобиться, которые я считаю самыми интересными. Реснички тоже взяла, потому что, ну, мало ли понадобится, вот вдруг решу, что хочу их наклеить. И в поездке незаменимая штука, это такой вот быстрый очиститель для кистей, чтобы их не мыть, не сушить и вообще не заморачиваться. Ну что ж, вот и весь мой такой скромненький маленький запасик косметики и ухода. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Может быть, почерпнули для себя какие-то идеи. А если в целом вам видео понравилось, конечно же, ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте на палец вверх, и мы с вами увидимся в следующем моем видео.